В селе Уруп активными темпами ведется строительство совершенно нового фельдшерско-акушерского пункта. Важно отметить, что данный объект возводится в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Современное медучреждение будет оснащено всем необходимым для оказания первой медико-санитарной помощи. О ходе строительных работ подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Строительство нового современного фельдшерско-акушерского пункта для села Уруп является жизненно необходимым. Здание старого медучреждения, в котором долгие годы принимали жителей, совсем обветшало. На строящемся объекте уже выстроены стены и полным ходом идет укрепление фасада. Новый ФАП позволит предоставить первую медицинскую помощь качественно, что самое главное, своевременно. Это шикарное здание, в котором мы будем оказывать первичную медицинскую помощь всем населению. Здесь будет оборудование новое, отопление шикарное, теплое, мебель новая. И также у нас будет очень много медицинской техники. Поэтому мы рады и благодарны нашему правительству, которое оказывает нам эту помощь в строительстве ФАПа. Мы с нетерпением ждали строительства нового фельдшерско-акушерского пункта, так как бывает сложно ездить в город, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. А с открытием этого медучреждения каждый из нас сможет в легкой доступности проходить необходимые процедуры, отмечают жители села Уруп. Больше населения нашего села – это уже пожилые. Но им очень тяжело в городок ездить. Когда вот у нас был закрытый ФАП, бедные наши бабушки были. Мы, конечно, еще желаем, чтобы в этом ФАПе была хотя бы какая-нибудь маленькая аптечный киосочек, чтобы за копеечными таблетками не ездить в городок бабушкам. Ну и для нас также очень необходим дети. Вот у нас очень много детей, тоже в городок не наездишься. Мы очень рады, что будет у нас новый ФАП. Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Уруп завершится уже в этом году. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район.